друзья, сейчас мы зайдем на базу отдыха Мастерок. Все ссылки с ценами, с контактами базы я оставлю в описании под видео. А у вас своя охрана, да? Да. Ни со стороны пляжа, ни со стороны улицы. Мы чуть-чуть на территории не пускаем. Единственное, людей, которые... Как-то у вас тут прям очень все благоустроено. Для детей прям. Да, у нас есть аниматор работает с детками. Утром зарядка, вечером дискотека. Так занимается, играет всякие игры. Ну, не знаю, четырехместный, тут, наверное, в шестером можно поместиться. Ну, в плане с детьми. Ну, вообще он считается четырехместный. Как бы тут два спальных места и там два спальных. Ну, детей можно всех на уголочек. А микроволновки нету? Нет. Бойлер, это горячая вода постоянно у вас есть, да? Да. Мы выключим. Мы включаем, когда заселяем людей. Не, посмотри, там вроде температура набрана. Значит, он его включил. Теплая пошла. Да, вот, да. Есть. И такой на июнь, июль, если 21 день, то будет 1500, да? Да. А если... А вы с какого числа хотите? Ну, спорный вопрос. Я думаю, не знаю. Сегодня, завтра. Ну, для нас это как-то очень большой. И вот нам единственное, что плита нужна. Ну, плиты нет. Единственное, что я вам могу предложить... А у вас нет телевизора? Есть, будет. А, будет, да? Ну, конечно. Заселяешься, будет телевизор. Все, я понял. Так, а если на короткий период снимают, то какая цена будет? 1700 июня. А июль? Вообще. Июль то же самое, да? Конечно. Это уже цена... сезон. А в августе у вас поднимается цена? Можно вот такой вариант. Это четырехместная, здесь четыре раздельных. Но здесь есть микроволновка. Угу. Вот такой вариант. А есть свет? Будет свет. А третий пульт от чего? А, вон. Кондиционер. Телевизор, кондиционер и, наверное, это IP-телевидение, да?
сады. Здесь две полуторки и диван. Папа с ребенком на одной кровати, мама с ребенком на другой кровати и диванчик для третьего ребенка. Кондиционер есть? Конечно. Телевизор есть. Чайник, холодильник, кондиционер, душ, горячая вода. Это в каждом номере. Скажите, а вот чтобы было какое-то отдельное помещение, мини-помещение, чтобы дети, когда спят, можно было там посидеть? Это только если вы стол вынесете на улицу и сядете. У вас розетки есть? На там можно удлинителем перекинуть. А у вас столик и стульчик, допустим, есть какой-нибудь это? Столик и стульчик. Ну, допустим, вот. Столик. Родители могли посидеть, да. У нас есть зона отдыха, барбекю, там беседки, там столики, лавочки. Я вам покажу. И садитесь для отдыха. Лавочки по всей территории. Ну, у вас тут прямо шикарно, тут не поспоришь. Благоустройство на высшем уровне. Еще даже туалет есть дополнительный, да? Они были со столами, с А розеток нету здесь? Нет, розеток. Это выключатель. И Wi-Fi по всей территории? Ну, не совсем по всей. Центральную захватывает. Ту сторону, где я вам показывала номера, лиманская сторона, там Wi-Fi нет. Это там, где последние трехместные, да? Да, я вам там. Интернет, обычно, там не будет. Не будет, да. Ну, по территории, пожалуйста. Как слышно, думать всего 1300. Ну, опять-таки, все зависит от дат. Июнь, июль. А и в принципе август тоже, да? Да. У вас все цены на раз на 3 месяца одинаковые? Ну, у нас цена поменена с 10 июня и до конца сезона. Ну да, тут хорошо было бы детей в той комнате положить спать, а здесь заниматься уже своими вопросами. А там тоже зона отдыха возле фонтана, да? Да, конечно. И еще у вас собственный пляж, как бы огороженный, да? А он... понятие, как собственно. Ну, я имел в виду, что он будет по сторонам. Не огражден. Это запрещено. Да, и все базы, которые идут за вами. Все абсолютно базы нигде нет ограждения. Это запрещено, муниципальная зона. Мы убираем свою зону. К нам чужие, как правило, редко доходят, потому что метров 600 нужно идти от центра, от центрального пляжа. Угу. Сюда мало чужих заходит, но тем не менее. Они могут зайти через это? На территорию базы.
базы. Нет, через теперь базу, понятно, я понял. Через базу мы не пускаем. Ну я имел в виду тот участок пляжа, который вот как бы вы облагораживаете. Он есть, в принципе. Конечно, свою территорию, то, что напротив нашей базы, мы убираем, чистим. Можете пройти, посмотреть. Пойдемте посмотрим. Но я посмотрел, что на Косе такие широкие пляжи. Я отбыл где-то вот в Кирилловке, вот, ну тоже сегодня, там такой узенький, прям еще, ну вот еще там с горки начала надо спуститься. Там. Да. От начала там узкий пляж. А это ваше кафе, да? А у вас карточки принимают? Чего? Пластиковая карта к оплате? Нет. Нет терминала, да? Ну у вас в Кирилловке с этим беда какая-то. Да. Да, классный, широкий пляж. Игровая комната. Да, что ты выкрыл?